Здравствуйте, уважаемые зрители. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Сегодня такое вот незапланированное видео. И я думаю, оно больше будет интересовать в основном тех, кто живет в Украине. Почему? Потому как вот часто, ну часто, не часто, вот после того, как я распродал тираж этой книги, они есть отдельное видео на канале. Ко мне обращались люди с желанием купить, но, как я и говорил, тиража уже нет. Но остаток тиража у меня выкупил магазин сброя.ua, не знаю, как правильно называется, ну, сброя через G, я в описании напишу. И вот в личке я, как бы, кто обращался, отправлял туда, дескать, узнайте у них, может, осталось. Ну и вроде как ни ответа, ни привета. Я так думал, что, в общем-то, все разобрали. Но по другому поводу связался вот буквально вчера. И сегодня я узнал, что осталось 5 экземпляров в этом магазине. Соответственно, я взял телефон менеджера, ну, которому надо позвонить, и вам эту книжку там продадут и вышлют. И пару зрителям, которые в личку обращались из крайних, я уже отписал в личке. Ну, подумал, что справедливо будет, как бы, вот так вот. То есть снять об этом видео и сказать, потому что люди раньше обращались, как бы, ну, не совсем, как бы, это камильфо. А так, ребята, кто первый, кто успел, тот, как говорится, присел. Вот. Еще заодно, раз уж снимаю такое видео, не тематическое, но я вам за это что-нибудь интересное на канале сниму. Вот, сразу отвечу по поводу опасений, когда первые экземпляры купили и разламывается вот здесь блок. Да, он сразу, как только раскрываешь, клац, я об этом уже говорил. Но просто хочу показать, вот книжка, которую я использую, ну, день через день. Вот блок целый. Ну, пока, скажем так, вроде все в порядке. При этом, я же говорю, я пользую ее реально день через день, потому что пишу второй том. И уже 98 статей написал, скажем так. То есть около чуть больше сотни уже новых патронов для продолжения этой книжки я уже сделал. Вот, когда выйдет, отвечаю на следующий вопрос, когда выйдет, ну, на те вопросы, которые задавались, но, как бы, отдельное видео по ним снимать, как бы, в общем-то, не это самое, а так накопилось, сразу же отвечу. Второй вопрос, когда следующий тираж? Вот этого не знаю. Честно скажу, разговариваю с несколькими этими самыми, потому что, ну, скажем так, денег на то, чтобы напечатать минимальный тираж, у меня недостаточно. И если вроде как заинтересовались некоторые оружейные магазины, вот, если они какой-то сделают предзаказ, и, соответственно, тогда... Ну, пока не могу сказать. Просто не могу сказать. Там, скорее всего, уже другая обложка будет, но не суть. Так что вот таким образом. В описании телефон менеджера... Дима его зовут. И звоните, узнавайте и заказывайте, если вам это нужно. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности.